Всем-всем привет! Нашел я вот такую интересную штучку на барахолке. Я помню, где-то когда-то я видел, но не помню где и не помню у кого. Наверное, этот брелок был у многих. Я его немножко почистил, вот эти железочки подкрасил. Они были темные, оно сделано с металла и покрыто то ли латунью. В общем, они потемнели, я их покрасил. Но что меня удивило, вот не поверите, вот глазам бы не поверил. Вот я глянул на дно, и что я увидел? Ну, поразительный факт, товарищи. Это еще брежневских времен. Первый сорт, точка, обратите внимание, там даже точка стоит, цена, буква С, точка, 1 рубль 20 копеек. Боже, это когда было? Это ж было 100 лет назад. Это такой раритет, с ума сойти. Вот такой интересный светофор. Вот такие брелки делались во времена социализма. Вот такое интересное. Ну, а сейчас, думаю, перейдем к машинке Porsche. Это Porsche. Мне прислали несколько моделей в 43-м масштабе под реставрацию или для запчастей, старенькие там без колес, и вот такой Porsche. Ну, ничего тут, в принципе, я удивительного не увидел. Старая машинка разбитая где-то валялась. Вот. Но когда я посмотрел его данные, когда он был изготовлен, вот здесь написано, вот тут написано именно его дата изготовления и все данные. Это не те, которые сейчас продаются, их можно найти новые даже, в коробочках, новенькие, и купить. Вот. А вот это именно, вот эта модель, это, ну, я не знаю, как даже... Это 1969 год машинки этой. Сколько ей лет? Ого-го. Здесь вот стекла нету, да. Руль тут, удивительный руль. Руль просто сказка. Какой интересный. Латуневый руль. Красивый. И что еще интересно, здесь есть багажник. То есть двигатель, капот двигателя, и не сломан. Он открывается и закрывается хорошо. Ну, двери понятно. Двери тут. Двери открываются, закрываются. Нормально, ничего вроде как не поломано. Но что меня удивило, машинка пережила, видно, не одну игру детскую. Была уже перекрашена в белый, она была зеленая и с черным верхом. Черный тут был верх. Колеса, да, колеса тут, знаете, удивительно, ну факт, но она ездит. Я ее ставил на, так сказать, на пьедестал, и она у меня скатывалась. Вот, ну, вот, удивительно, ну факт, но машинка вполне еще. Вот плохо, да, тут западает колесо. Тут амортизация есть, а здесь почему-то нету. Ну, по-любому ее надо разбирать, красить. И, я думаю, довести ее до ума, так как это раритетный вид у нее, очень раритетный. Ну, сейчас берем подставочку. Она ездит, ничего не поломано. Она пережила древность такую, и ничего у нее не поломано. Вот удивительный факт.
Ее пытались красить. Меня просто удивило. Я как-то даже сначала не обратил на нее внимания. Ну, конечно, теперь она будет особого внимания к себе, так сказать, требовать, красить, фары искать, стекло и все такое, и доводить ее до кондиции. Ну вот, всем пока-пока. Отличная модель. Вот, 69-й год. Фу. Ну и несколько фотографий.